Салют, в этом видео будет разбор текста HSK4. Первый раз я прочитаю, второй раз уже с переводом. Нида к тин ли дзома дао чуши шуа джеси шу ни до си хуан кан ма дан жан ву мэй тен до яо кан шу ву лун ши пу тон ца джи хай ши джу мин цао шо джи яо да кай там дзю хуй фа сен ши дзе шан йоу нама до йоу иса да ши цин йоу нама до бу ян да шан хо сян бу дао ни гун дзо нама ман хай нэн мэй тен дзен чи юэ ду жу го сан фэн джон ду и е шу бан гэ сё ши дзю кэй ду ши е ши е мэй тен хуа бан гэ сё ши лай ду шу и гэ юэ дзю кэй ду сан бай юэ ча бу до дзю ши и бэн шу лэ ши а Ига джен джен ай кан шу дэ жэн, дзон нэн джао чу шэ дзен лай юэ ду. Дзен шэ юэ ду, чу лэ нэн дзэн дзя джэ шэ вай, хай нэн бан джу во, дзен цин я ли. Жэн е хуй бен дэ цин цон ци лай. Цин цон ци лай. Да, расслабленный. Итак, первое предложение. Ни дэ к тин ли. Замадао чуши шуа нида к тин ли. То есть в твоем зале. Как это везде книги? То есть, почему в твоем зале везде книги? Джесси шу ни до си хуан кан ма. Все эти книги. Они... Тебе нравятся все эти книги? Или тебе нравится читать все эти книги? Дан жан о мэй тен до яо кан шу. Конечно, я каждый день читаю. До яо кан шу. Ву лун ши пу тон за джи. Хай ши джу мин сяо шо. Ву лун ши пу тон за джи. То есть, несмотря, независимо. Это разные журналы. Хай ши джу мин сяо шо. Также известные романы. Джи яо да кай тамэн тё хуй фа сен. Стоит только открыть их, и сразу же можно понять. Ши дзе шан йоу нама до йоу иса да ши цин. То есть во всем мире есть очень много интересных вещей. Йоу нама до бу ян да шан хо. Есть очень много разных жизней. Сян бу дао ни гон цо нама ман. Хай нэн мэй тен дзен ши юэ ду. Я не думал, что ты работаешь очень занято. Я и не думал, что ты очень занятой или работаешь очень плотно. Хайнэн мэй тян дзян чэ юэ ду. Также можешь каждый день уделять время чтению. Жу го сан фэн чон ду и юэ шу. Е и е шу. Бан гэ сяо ши дзю кэй ду ши е. Если три минуты читать одну страницу книги, за полчаса можно прочитать 10 страниц. Мэй тиан хуа бан гэ сяо ши лай ду шу. Игу е дзю кэй ду сан бай е. Каждый день тратить полчаса на чтение книг в месяц, это получится 300 страниц. То есть в месяц можно прочитать 300 страниц. Чабу до дзю ши ибен шула. То есть в среднем это почти что одна книга. Ша ига джан джан ай кан шу да жен. Дзон нэн джао чу ши дзен лай юэ ду. Ига джан джан. Один действительно. Ай кан шу да жен. Ай кан шу. То есть любить читать книги. Ай кан шу да жен. То есть один действительно любящий читать человек может дзон нэн, то есть может джао чу найти время, чтобы почитать. Дзен чэ юэ ду чула нэн дзэн дзя джи ши вай хай нэн бан джу во дзен цин я ли.
Жан Яхуй Бенда Цин Сон Силай. То есть уделять время чтению чула не только Нэн Дзэн Дзя Чжи Ши Вай. Не только может добавить каких-то знаний Чжи Ши Вай. Вай как что-то внешнее, то есть какие-то внешние знания. Хайнэн Банджу также может помочь мне снизить напряжение. Дзян цин снижать, я ли как давление, напряжение. То есть также может снять напряжение. Жэн ехуй бьэнда цин сон цилай. Человек также может стать, бьэнда, становиться. Цин сон, расслабленным, спокойным. То есть человек также может стать спокойным. Вот такой вот текст, и здесь несколько правил. Не правил, а слов, как их можно употреблять. Лен даже. Жуго, лен ни цзи, добу си хуан цзи, йоу цзэманэн жан бе жэн си хуан нина. То есть, если даже, лен даже, если даже ни цзи, ты сам не нравишься себе, то как могут другие люди, как ты можешь нравиться другим людям? То есть даже лен, жуго лен, то есть даже если. Так, еще один пример, это фоуцзе, if not, несмотря на. Получается, та и дин йоу джон яо дэш джао ни фу цзэ бу хуй да джэма до цэ дян хуалай. То есть у него действительно или обязательно есть серьезная причина найти тебя или какое-то дело. Иначе фу цзэ бу хуй да джэма до цэ да дян хуалай. Получается, да дян хуа. Да, джамадо ци дианхуа. То есть иначе нельзя звонить столько много раз. Извиняюсь, я кофе перепил. Получается, у него есть очень важная причина. Иначе как так можно, чтобы он звонил столько много раз? Вот. И еще один пример, это вот как раз Ву Лун. Вулун дзо шамаши дояо джуи фанфа джан цье да фанфа кхи жан вомен дзо дэ гэн хао. То есть, несмотря дзо шамаши, то есть, несмотря на то, что ты делаешь, какое дело шамаши цин дояо джуи фанфа. Вот здесь я не понимаю, как на русский это сказать, потому что если дословно, джуи — это идея предложения, фан-фа — метод. То есть, несмотря на то, что ты делаешь, нужно использовать или какой-то метод идеальный, не знаю. Ну, что-то странно. Вот. Джен сьеда фан-фа. Кэй жан вомэн зода гэнха. Но действительно стоящий, настоящий метод или путь, не знаю. Потому что сянфа — это как видение, фанфа — метод, не знаю. Ну и получается, то, что несмотря что ты делаешь, нужно делать это правильно, назовем это так. Действительно, правильный метод может позволить нам сделать это еще лучше. Это вот как раз ву лун, то есть несмотря что ты делаешь. Вот, на этом все. Всем спасибо за внимание. Если есть какие-то моменты, пишите в комментариях.